Домин Николай Васильевич, комбайнер Албашской МТС Каневского района Краснодарского края. Родился 10 мая 1910 года в станице Новомицкой, ныне Каневского района Краснодарского края, в семье крестьянина, русский, участник Великой Отечественной войны. С января 1942 года боевой путь прошел пулеметчиком 552-й отдельной учебной стрелковой роты. После окончания войны вернулся на прежнюю работу. Причиной известности героя социалистического труда Николая Васильевича Демина было его участие в знаменитом народном мужском казачьем хоре колхоза имени Кирова. Он очень любил жизнь. Даже в пенсионном возрасте Николай Васильевич сохранил такой же уровень жизнелюбия, что ему могли позавидовать даже молодые. Мы, каневская молодежь, помним подвиг Демина Николая Васильевича.